ICO завершено, собрано 5 миллионов долларов. Генеральный директор Экскуда Эндрю Зимин заявил, что ICO прошло успешно. По заверениям разработчиков, платформа будет объединять традиционную финансовую систему с криптовалютным рынком. Тестовая сеть ION должна быть запущена через пару недель. После завершения тестов и устранения проблем будет запущена основная сеть ION, а также Channels App, мобильный кошелек и безопасный мессенджер.